Всем привет, с вами Мосса Алим. Сегодня у нас в работе Hyundai i40. Автомобиль уже разобрали полностью. Посмотрим, что у него внутри. Автомобиль достаточно высокого класса, поэтому здесь шумоизоляция, конечно же, есть, но ее недостаточно. Ездит по нашим дорогам, по нашим кочкам, ямам. Двери здесь практически пустые. Как передние, так и задние. Вот маленькие кусочки есть гидроизоляции, и все. Крыша у нас просто голый металл. Нет ничего там. Сейчас будем добавлять туда виброизоляцию, шумопоглотители. В общем, будем исправлять ситуацию. Поехали дальше. Багажник. На арках маленькие кусочки есть. Как это ни странно. Собственно, и все. И немножко вот в нише под запаску. Начнем работать.